Ладно. Что-то фу. Желтая. Да, любую желтую, любую. Ну, сейчас. Абракадабра. Окей. Что-то я выбрала. Неловкий вопрос. Да. Мне везет. Читайте. Выгоняли ли вас из клуба, ресторана и за что? Ну, меня не выгоняли, меня не впускали. Да, вы не прошли фейс-контроль? Или да, вас... я не прошла фейс-контроль. Где это было и когда? Я очень не понравилась. Ну, часто вообще. Да? Да. Ну, я надеюсь, это не в те клубы, где вы должны были выступать. Такого не бывало, нет, что вас не пускали. Нет, это не связано. Это была какая-то вечеринка, я помню, моих каких-то близких, знакомых. Вот, куда, значит, ну, туда нужно было прийти очень, как бы, скромно. Так. По фейс-контролю. А это не ваша тема, да? А это как-то, да, меня ассоциировалось с моей темой. Вот. А потом человек, который меня пригласил, он очень был обижен, что я не прошла, он не поверил, что меня не пустили. Конечно. И с тех пор мы не общались. А мобильных телефонов еще тогда не было, я так понимаю. Почему же вы не позвонили человеку? Ну, я просто не дружу с мобильным телефоном. А, да? Да. То есть мобильные телефоны существуют, но у вас их нету? Ну, в 2014 году, да, стала общаться, как бы, потому что... То есть у вас вообще к гаджетам или именно к телефонам? У вас к гаджетам такое отношение? То есть... Вообще к гаджетам, да. Но с телефоном стало, поскольку, ну, наверное, работа все-таки внуждает. Вы инопланетянка, я понял. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».